вас, как просим вас. И еще одно стихотворение, которое написано зеленым пером. И да, не на латыни, на русском языке. И подписано оно 9-й С. Есть ли среди вас авторы стихотворения? Отлично, замечательно. Это Элина. Ну а сейчас, дорогие друзья, вам предстоит зачесть ваше, прочитать ваше произведение. Пожалуйста, просим вас, вот выходите сюда. Да, внизу не требуется. Да, это не здесь вы слышали одно немецкое слово «О год», что означает «О Господи». И ну, у нас была большая просьба, чтобы это слово было там обязательно, потому что у нас есть представитель среди родителей. У нас Анечка есть. Анечка, встань, пожалуйста. Дело в том, что это наша выпускница, ребята. Конечно, участвовала она в одном из этих балов. А сейчас она живет и работает в Германии. И поэтому хоть одно словечко, но нам досталось среди пушкинского бала. И Ильянская. Итак, спасибо родителям. Подождите пока. Пожалуйста, Александра. Есть тот, кто ничего не может. Вернее, может все, но не совсем. Его и ничего не потревожит. Не потревожит вам ничем. Так, это, наверное, слово, которое из четырех рифмов составит такое стихотворение. Ну, вы справились, молодец. Итак, Илиночка, просим вас. Той ночью темной стоял на столе свеча, в избушке темной лились твои слова журча. Спасибо, я так понимаю, что это...